продолжаем наш репортаж с верхнего ската этого сооружения. Мы видим полностью готовые основания под укладку фальцевых картин. Здесь мы видим фальцепрокатный станок, который облегчен для того, чтобы поднимать его было проще. На заднем плане мы видим подъемное устройство, с помощью которого сюда поднимались элементы кровельные и элементы для подготовки основания. Здесь же уже находится часть материала, из которого сейчас будет сделан комплект изделий фасонных на периметр. И далее будет поднята еще порция материала для прокатки картин основного покрытия. Всему периметру мы видим каркас парапета, подготовленный по всем правилам. Счастливо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи вам.